Да-да, лети в мою сторону. Возьмем какую-нибудь тачку и до военки доскочим. А, понял. Понял твой трюк. А, впереди тебя двое летят еще. Да, я думаю, не одни мы такие умные. Да. Ну и как бы надо по максимуму загасить нахуй сразу, чтобы можно было спокойно лутаться уже, не париться. Лучше нахуй задавить сразу их. Лучше будет так. Так, двое раскрылись, короче. Где они? Раз, два, слева. Да, слева оба. А у нихуя там четверо, еще два дуу или три дуу, короче, с нами. Ой, бля, чувак, отменяем. Хотя не отменяем, машину вижу. Машина есть? Вижу машину, лети за мной. Короче, бери машину и дам их нахуй, просто давим. Просто давим, давай как мясо. Давай. Вон, один соседний дом залетел, короче. Или сразу на военку поедем, на похуй. Давай, на военку, на похуй. И сразу просто хуярим их там, и все. Вон, один на дорогу сейчас выйдет один. С левой стороны. Или не выйдет он на дорогу. Короче, где башенка, видишь, там тип бегает? Слева. Вижу, стоит один. Вот, мочи его нахуй, короче. Это так. Не он только что стрелял по пацану, блядь? Нет, это не он был. Что за хуйня? Что за хуйня случилось? Может его просто... Да давай его кулаками забьем нахуй. Давай нахуй. Нихуя себе. Уёбывай. Думаешь? Бля, давай. Поехали отсюда. Двое прибежало. Давай на дорогу нормально и просто, блядь. Пошел нахуй, сука ебаная. Сука, блядь, нахуй, Курва пердоле. Где второй нахуй? Он на дорогу вышел, походу. А, нет. Во, наконец-то хотя бы так. Блять, не поднимай только его. Блять. Блять. Блин, нахрен, давай вперед. Ой, кошмар.